Итак, следующий отель наш, это в Кемере, уже в центре Кемера, в моем любимом месте, называется Crystal Deluxe Resort and Spa. Здесь похожий отель называется Aura Crystal, так вот не надо путать, так Crystal как раз вот Deluxe, а не Aura. Aura находится на той стороне, чуть ближе к морю, так что сейчас мы зайдем, нам покажут опять же номерной фонд, посмотрим территорию, наверняка сейчас будет опять на входе ждать какой-нибудь welcome drink, ну ладно, пошлите. Так, начнем мы с вами с номеров. Так, номер у нас идет стандартный, на входе как обычно ванна, душевая и вот такой номер. Посмотрите, это стандартный номер с двуспальной кроватью и двухъярусной кроватью для детей. Плюс есть балкончик. Сейчас выйду на него, покажу и пару слов об отеле. Так, одну секундочку. Вот такой балкончик, сушилка есть. Вот у нас территория отеля. Как видите, он не на первой береговой линии, но очень близко. То есть вот так выходим, и мы, соответственно, уже на пляже. У него есть свои шезлонги там. Вот у нас ресторан. Все уже, кстати, этот отель работает. Бассейн. Ну, мы сейчас прогуляемся. Но единственное скажу, немножко он такой уже пошарпанный. Вот так вот вам скажу. Как говорится, у нас выражается, да, потаскан, немножко пошарпанный. В номере запахи какие-то непонятные. Вроде не курили, но как будто номер прокуренный, кажется. Это, конечно, не предыдущий отель, далеко не предыдущий. Ну и давайте сейчас с вами в соседний стандарт зайдем. А где стандарт? Вот этот, да? Вот обычный стандартный номер, также все расположено. Здесь двуспальная кровать и отдельно еще одна, все то же самое. Кстати, здесь с запахом все нормально. Но все равно чуть-чуть кажется что-то уставшее, где-то какие-то моментики и так далее. Я так понимаю, это номер можно сконнектить еще с одним стандартом, так что... функция и возможность такая есть. Так, и вот еще один семейный номер. Две раздельные кровати, ну, естественно, здесь без окошка. Здесь посередине разделяет ванна и большая кровать, и плюс еще одна дополнительная. То есть, ну, вот многодетная семья, типа, мы можем как раз разместиться здесь. Ну, и также здесь есть балкончик, на который можно выйти. Здесь уже выходит внутренний двор отеля. Все равно с запахом что-то здесь не то. Не знаю. Что-то не то. Как будто, или может застоялся, не знаю, отель. Знаете, вот так вот бывает. Этот отель работает круглогодично, кстати. Бассейн, естественно, тоже вот работает. Есть бассейн с подогревом. Ну, в какой-то момент подогрев полностью отключают, и он просто становится обычным бассейном. Так что территория достаточно большая, но, как говорил, он не на первой линии, но он рядышком, очень близко с морем. Мы сейчас с вами выйдем, я вам покажу, как это все выглядит. Так что люди вот отдыхают, небольшая детская вот зона есть. Есть своя дискотека, кстати, и находится этот отель рядом как раз со знаменитыми кемерскими клубами Aura, Inferno и Crystal, если не ошибаюсь. Как раз, ну вот они все вместе здесь. И здесь дискотеки проходят обычно, но сейчас, конечно, в ковидную эпоху все закрыто. В этом году, возможно, откроются. Как откроются, ну, как, соответственно, так сразу, говорит, как только, так сразу. Пока запрещены все проведения дискотек, но в целом это то самое место. Если вы будете здесь жить, то будет немножко в какой-то степени шумновато, да? Но здесь уже, как говорится, сами выбирайте. Идем к морю. Собственно, за нами отель Crystal Deluxe. И мы сейчас уже с вами подошли к берегу, к пляжу. Уже все как родное здесь, потому что не первый раз. Как и говорится, здесь классная галечка здесь. Посмотрите, она вся аккуратная, большая, нету, как говорится, песка, всего этого мусора. Так что очень классное место. Да, сейчас ветерок, штормит, но все-таки классное есть побережье, мне нравится. Как вы помните, летом здесь штиль, как правило. Да, бывают, конечно, волны, но сейчас просто ветрено сегодня очень, да. Поэтому такие волны при сильном ветре, я бы сказал, что терпимые, в общем-то, волны. А летом, вы помните мои видео, если что, перейдите вниз под это видео, там есть мои видео летом, как мы здесь были с семьей, посмотрите, как мы здесь отдыхали. Здесь просто красота. Оставляйте свои лайки и комментарии. И не забывайте, что я продаю и оформляю туры по самым выгодным ценам в России онлайн.